Здорово, народ! Всем привет! В этом видео мы будем выкладывать фронтоны нашего дома. Будем делать выносные балки, а также готовиться к монтажу кровли. Строим мы одноэтажный дом из газобетона 7 на 12,6 метров. В прошлый раз мы заливали армопояс и устанавливали деревянные фермы всей деревни. Если вы этого не видели, то ссылка будет в описании. Также там будет и ссылка на плейлист по строительству нашего дома. Ну что ж, настало время фронтонов. Фронтоны будем делать также из нашего газобетона плотностью D400. Кладку будем вести на клей-пену, так же как и стены. Ну и армировать будем только первый ряд. Чтобы сделать красивые выносы кровли, мы сделаем фронтон ниже стропил на 90 мм. Потому что на фронтоны будет установлен так называемый маурлат из сухой строганной доски 45 мм. И на него будут смонтированы выносные балки, а ниже кобылки. И суммарно высота этих досок составляет 90 мм. Несмотря на то, что мы пытались сделать армопояс достаточно ровный, у нас это не очень получилось. Поэтому первый ряд будем выкладывать на цементно-песчаную смесь, потому что шов будет достаточно большой, но приемлемый. А всю остальную кладку будем вести на пену. Ну что ж, закидываем блоки и приступаем к кладке. Теркой выравниваю весь ряд. В общем, уложил я первый ряд блоков и понял, что дальше у меня ничего не получится, потому что лесов у нас нету, класть выше очень страшно, блоки наверх никак не поднять. В общем, не знаю, мы тут прикинули одно место к другому месту и поняли, что нужно вызывать, короче, каменщиков. Бригада приехала быстро, и начали они с армирования первого ряда фронтона. Штрабу делают штраборезом, армируют восьмой арматурой и заполняют штрабу клеем для газобетона. Одновременно выкладывают второй фронтон. Горизонтальный шов идет на цементно-песчаный раствор, чтобы минимизировать неровности армопояса, а вертикальный шов на клей-пену. Теперь ребята пододвигают ферму к фронтону, чтобы сделать их ниже ферм на 90 мм, куда потом будут устанавливаться кобылки. У нас тут произошло ЧП. Накренился и рухнул целый палец газобетоном. Эти блоки как раз таки сейчас пойдут на подрезки. Фронтоны почти готовы. По нитке осталось стесать неровности вот с этой стороны. Вот и готовы наши фронтоны. Ребята сделали их буквально за 2 дня. И если бы этим занимались мы, наверное, это у нас заняло бы примерно 2 месяца. Ну, получается, что внешний контур нашей газобетонной кладки
совершен. Наш дом потихоньку растет, и мы уже начинаем задумываться о его безопасности. Ведь по статистике количество краж только растет, особенно за городом и в сезон отпусков. Рассматриваем для этой задачи компанию «Цезарь Сателлит». Они обеспечат круглосуточную охрану дома или квартиры, предотвратят пожары и затопления. У них ведется видеонаблюдение в режиме реального времени, а все тревожные сигналы, например, от несанкционированного вторжения или бытовых аварий, поступают в центр безопасности и мгновенно обрабатываются. При этом «Цезарь Сателлит» обеспечит еще и безопасность автомобиля. С помощью спутниковой противоугонной системы защитит от угона и вторжения. При срабатывании системы сигнал поступит в центр безопасности, и оператор поможет вызвать необходимую службу. У компании есть удобное мобильное приложение со всеми статусами дома и автомобиля и онлайн-доступом к ним. При покупке системы безопасности комплект базовый, выгодный или премиальный, скидка на систему безопасности для авто 50%. Более подробно со всеми предложениями можно ознакомиться по ссылке в описании. Ну а мы продолжаем. Фотка меня, как будто мне не страшно. Мне же не страшно, да? Купили мы вышку Туру, собрали ее, будем использовать ее для высоченных работ. Ее высота примерно 4 метра, и все. А сейчас мы займемся так называемым мауэрлатом для фронтонов, на который будут опираться выносные балки, они же кобылки. Был еще вариант обустройства выносов кровли. Можно было довести фронтоны до высоты ферм и уже в блоках делать пропилы под кобылки. Но в Викиной телеге мы с подписчиками посоветовались и решили, что лучший вариант — это когда будут кобылки упираться на лежащую доску без всяких пропилов в газобетоне, потому что это будет надежно. Так нагрузка будет распределяться равномернее. Для этих целей мы будем использовать сухую строганную доску 145 на 45 мм, антисептируем ее и нарезаем в размер. Доски к блокам будем крепить с помощью вот таких вот анкеров. Под них засверливается отверстие, и дальше внутри у них установлен специальный штырь, который, вбивая внутрь, раздвигает лепестки, и этот анкер должен хорошенечко держаться в газобетоне. Ну а дальше в анкер мы будем вкручивать шпильку, дальше будем стягивать это все шайбой и гайкой. Просверливаем отверстие в досках с шагом 1 метр. Анкер забивается, шпилька закручивается, гидроизоляция между блоком и доской расстилается. Сейчас нужно отравнять все фермы и отодвинуть крайние от фронтонов. После выравнивания продолжаем крепить фермы к мауэрлату на гвозди и дополнительно с помощью усиленных уголков. Пилим кобылки, они же выносные балки, и устанавливаем их на места.
крепим их с торца ферм на 3 гвоздя. Выносы кровли у нас составляют 60 сантиметров. Сейчас будем монтировать лобовые и ветровые доски. Они у нас будут из доски 150 на 25, они у нас остались от заливки армопояса. Доски пошлифуем, проантисептируем и покрасим. С помощью правила ищем середину конька и крепим ветровые доски. Между собой доски соединяем с помощью металлозубчатых пластин, прикрученных на саморезы. Выпиливаем доборные блоки к фронтонам. Отрезаем ветровые доски с учетом нахлёста на торцевые. Монтируем лобовые доски. Гораздо удобнее заранее разметить и отрезать доску в размер, чтобы соединение приходилось на стропила, чем примерять, отрезать, снимать. Друзья, газоны можно сажать еще вплоть до сентября, а может быть еще и позже, если у вас теплый климат. Поэтому хочу напомнить вам, что мы занимаемся изготовлением газонных смесей, также их продажей. Все будет в описании, ссылки, там же промокод. И еще у нас есть огромное видео, где мы рассказываем, показываем, как посадить, как выбрать семена, как ухаживать. В общем, тоже все будет в описании, не забываем. We'll be right back.
Ну что, друзья, вот и подошла наша серия к концу. В следующий раз, возможно, мы уже будем укладывать кровлю. А может быть, мы зальем пол. Как говорится, будем посмотреть. А на сегодня у нас все, друзья. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк, написать нам комментарий. Всем пока! Пока!